Дорогие детишки. Ну что ж, я рада, что сегодня все в сборе. Надеюсь, вам понравилось наше оформление зала. И как вы поняли, с сегодняшнего дня мы начинаем подготовку к нашему новогоднему празднику. Сегодня у нас будет проходить раздача ролей для спектакля. И сегодня мы будем решать, кто кем будет и кто как будет выступать. Я предлагаю вам, дети, кинуть жеребьевку, либо же вы можете по желанию сказать, кто кем хочет быть и кто кем хочет выступать. Может быть, кто-то из вас уже стишок для Деда Мороза приготовил. Может быть, кто-то из вас знает какую-нибудь песенку, поэтому вы можете предлагать. Лана Александровна, а я боюсь выступать на сцене, можно я не буду? Хорошо, Глаша, без проблем. Ты можешь поучаствовать в другом мероприятии, не касающейся сцены. Кристина! А, что? А давай с тобой будем снежинками. Ты хочешь быть снежинкой? А давай, мне нравится, это хорошая идея. Светлана Александровна. Что? Мы с Миланой хотим быть снежинками. Замечательно, уже двух снежинок мы нашли. Хорошо, без проблем, девочки. Ура! Милана, ты слышала? Мы будем снежинками. Ура, это так здорово! Милана, а давай мы всегда будем с тобой лучшими подругами, даже тогда, когда мы с тобой вырастем. Пойдем в школу, а может и когда пойдем в институт. Давай, Кристина, мы с тобой лучшие подружки навсегда. Навсегда. Лучшие снежинки навсегда. Девочка моя, Женечка, тяжело мне, уже старая я стала, уже не та. Но хоть слава богу, что ты у меня с папой есть. Ой, что эта квартирка вот у нас есть. Папа зарплату получит, купим что-нибудь к Новому году, купим, девочка ты моя. Ой, да, мама, а слушай, ты на работу устроиться не пробовала, а то только папа работает и все. Девочка моя, ну ты же знаешь, что я не могу работать. Я уже не та, старенькая я. Да и здоровье мое не позволяет мне работать. Ой, понятно, как обычно, слушай. У меня даже телефона нормального нету. А я хочу, чтобы мои одноклассники мне завидовали. Я вот, например, iPhone 15 хочу. Что ты на это мне скажешь? Ой, что ты? Девочки мои, обед готов. Прошу к столу. Ой, любимый, спасибо тебе. Я ж люблю тебя, ты что? Пойдемте скорее, пойдем.
иду. Давай я тебя провожу. Пойдем, 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 пойдем. Доченька, я тебя жду. Папа, подойди сюда, пожалуйста. Чего, моя девочка, что случилось? Что, моя куколка? Пап, когда мы купим новогодние вещи? Мне уже елку нарядить хочется. Ну, скоро, скоро, моя куколка. Потерпи. Я скоро зарплату получу, и мы все-все купим, я тебе обещаю. Ладно, пойдем обедать. Ну, пойдем. Пойдем, дорогая, ну не ворчи. Ладно, ладно. Спасибо, любимый. Обед был очень вкусный. Да ладно, тебе мне не сложно. Ой, кто там? Пойду открою. Ой, дочка. Привет, мама. Доченька. Ну, проходи, проходи. Пойдем. Угу. Спасибо, мама. Любимый, моя дочка приехала. Здравствуйте. Дорогая, сними шапочку. Ну хорошо, сейчас. Здравствуй. Ой, как замечательно. Вы пока поговорите, а я пойду все сделаю. Привет, мам. Привет, дорогая. Я так рада тебя видеть. Привет, моя хорошая. Я так скучала по тебе, дочка. Ты не звонишь, не приходишь. Я тоже, мам, скучала. Ну, пойдем, садись на диванчик. Угу. Как твои дела, доченька? Как ты? Да нормально все, мам, потихонечку. Вот институт заканчиваю. Ну, привет. Привет, Анна. Да, дочка, это ребенок моего мужа от первого брака. Прекрасная девочка Анечка, я думаю, вы подружитесь, дорогая. Да, очень приятно. Меня зовут Милана. Не утруждайся, я тебя уже знаю. О тебе в городе такая молва ходит, так что... Поняла. Дочка, не обращай на нее внимания. Ну как ты? Как ты устроилась? Вот в институт поступила, квартиру снимаю. Работаю как могу, стараюсь. Ну, молодец. Умничка моя. Да, мам. Садись. Угу. Спасибо. Это Анна какая-то странная. Не обращай на нее внимания. Немножко вредная. У нее вредный характер. Понятно. И что, как ты со своим новым мужем живешь? Что-то я смотрю, квартирка не украшена. Так он зарплату еще не получил, не успели украсть. А, понятно. А я квартирку однокомнатную маленькую снимаю. И вот живу, поживаю, потихонечку денежки зарабатываю. Умничка моя, дорогая, ты моя умница, молодец. Да, мам, спасибо. Я пока что пойду к Сергею, приготовлю обед. А ты с Анечкой пообщайся. Ну, хорошо. О чем с ней общаться, правда, не знаю. Ладно. Нищебродам привет. Не поняла. Ты это к чему мне сейчас сказала? К тому, что я знаю, какая у тебя судьба. Ты, наверное, ешь какую-то просрочку из пятерочки. А я недавно ела черную икру на завтрак. И скажи мне, дорогая, о чем мне можно с тобой говорить, когда ты такого низкого социального достатка? Правильно, не о чем. Нашла чем хвалиться, конечно. Ну и что, что я мало зарабатываю, да, я не очень богатая. Ты бедная! Ну и что? Это же не значит, что у меня нету души и что меня можно обзывать, оскорблять и так далее. Да, я просто не вышла замуж за богача, как мои подружки со школы. Но это ведь не значит, что я хуже. Ведь я очень была умным ребенком, мама говорила, и... То, что мама ушла от нас с отцом, это не делает меня какой-то, я не знаю, плохой и так далее. Мой отец тоже никогда не был богатым человеком, но и твой тоже. Что? Да, твой тоже. Просто работает на шоколадной фабрике, но не значит, что он хватает звезд с неба. Ну что я им всем сделала? Почему они так относятся ко мне, как будто я отброс общества? А я всего лишь напросто бедная студентка. Не буду я здесь оставаться. Пойду.
Дочка, а ты куда? Мам, прости, я ухожу, я кушать не буду. Спасибо. Дочка, что случилось? Ничего, мам. Мне нужно учиться, прости. Милана, что произошло? Мам, я же говорю, ничего, мне нужно учиться. О, не понимаю. До свидания. Всего вам лучшего. Мам, не расстраивайся. Она не стоит твоих слез, она глупая. Она же моя дочь. Это не важно. Пойдем кушать.